братский друг. Я хочу сказать несколько слов о лагере, потому что знаю, что родители, которые хотят сюда приехать, в интернете ищут отпуски и хотят узнать, что мнение других родителей. Я прибыл в этот лагерь с двумя детьми подросткового возраста, девочкой и мальчиком. Что сказать, лагерь очень позитивный, встретили очень добродушно. Отдельно слово сказать про их жизнь, отдельно от тенниса, кубики. Это как бы, я бы сказал, что это академия, это как бы маленькая семья, которые очень дружно живут друг с другом, любят друг друга. Здесь есть повар, можно сказать, даже мать-повар, который за детьми очень хорошо смотрит, понимает их. Здесь есть воспитатель Лео, любящий детей в первую очередь, потом уже и учащий английскому языку. Тренера очень хорошие, отзывчивые тренера, главное. Они живут как в маленькой семье, со своими, конечно, как в другой семье, ссорами. Мне понравилось то, что дети, когда даже ссорятся, вот это редко бывает, но они наблюдают, то есть начинают учить там, наблюдают и ждут, пока они сами померятся, и чаще всего так и происходит. Теперь о теннисе. Я сейчас даю интервью кортах. Очень достойные корты, хорошие тренера, корты очень такие, знаете, находятся в пансионате, с детьми, то есть здесь хочется играть. Детям они жаждут каждый день выйти на корты, поиграть в теннис. Вот. Дети мои очень довольны. Я не думаю, что они так могут скучать. Я как родитель приехал вот, 5 дней, думал, побуду с детьми. Вот. Я здесь оказывается им лично даже обидно, конечно, как родители. С другой стороны, я рад, что они очень подружили со всеми. Впечатление очень положительное. Если будет возможность, я приеду в следующий год. Здесь организуется характер, организуется игра, то есть в совокупности все очень положительно. Поэтому советую родителям приезжать сюда и не бояться.